Если, допустим, граждане примут решение о тепловой модернизации своего жилого дома, а жилой дом еще капитально не ремонтировался, и он в планах в местных исполнительных органах стоит там на 20-й, на 21-й, на 22-й или на 23-й год, то по решению местного исполнительного распорядительного органа можно будет передвинуть сроки, чтобы сделать в комплексе. Сначала капитальный ремонт с разделением смет и тепловую модернизацию. Это будет хорошее подспорье для граждан, и выполнится и капитальный ремонт, и граждане достигнут цели снижения теплопотребления. Что касается людей, которые у нас защищены государством, там многодетные, инвалиды, будет им оказана помощь в безналичных жилищных субсидиях. Кроме того, если они не попадут в категорию граждан, которые пользуются безналичными жилищными субсидиями, то по решению местного исполнительного распределительного органа, если у гражданина там будет его бюджет составлять меньше бюджета прожиточного минимума, может быть растянута рассрочка до 15 лет.